деревню Гадюкино засыпало. Чем я, собственно говоря, и. Вот там на осине сидит Миша. О, он полетел. О, красавчик. Там у нас вчера купили ящик костей в магазине. Отдали собакам. Фух. Сегодня 15 февраля. Скажем так, разнонаправленности. Сегодня 35 лет, как закончилась война в Афганистане. Я желаю, чтобы все войны на этой планете уже закончились. Всем мирного неба над головой. Меня приглашали в Юхну на торжественное заседалище какое-то, но я не поехал, потому что засыпало так, что дороги, а я вот тут уже второй час хожу, и откопаться не могу. Из плохих, вернее, очень плохих новостей, это то, что царевна все-таки умерла. Мы ее не смогли вытащить. Птичья чума, как пишут, просто не лечится. Животных с таким диагнозом, домашнюю птицу, просто уничтожают. Вон луна прыгает. Ах ты вредный, вредный ворон. А, он сидит. Видите? Мы вдвоем собрались. Вот они. Мои два красавца. Ну, как бы красавец наш Миша. Он сидит, видите? О. Миша там заигрывает. Ну, ты смотри, как близко подлетел. Даже неожиданно. Это вот кормушка аистов. Ну что ты, привет. Привет, мой свет. Мой мальчик, мой Миша. Да, спрашивали, откуда у нас появился Миша. Скажем так, очень дипломатично. Один бухгалтер одного ведомства завела себе в кабинете живую игрушку. Но за год своего пребывания в кабинете, живя, Миша, ну, разобрал его так, как мог. Ей сделали ремонт, купили очередную новую клавиатуру и монитор, а потом сказали его убрать. И она привезла его к нам со слезами на глазах, что он вот Мишенька хорошенький. И после этого ни разу... Нет, сам. Что там делает вот этот лось, я вам могу подсказать. Я туда лазил, сейчас чистил крышу на вольере с енотами. И ему тоже туда надо залезть. Мама залезала, а как же
без него. Так. Надо подождать, пока Миша что-нибудь сопрет.